10 тысяч казахстанских заключенных переселят из бараков в камеры. Переезд планируется в рамках трехлетней программы по усовершенствованию уголовно-исполнительной системы. Об этом сегодня на заседании правительства сообщил министр внутренних дел Калмухамбет Касымов. Камерное содержание надо было вести раньше, уверен глава МВД, но всерьез взялись за это только сейчас, после серии требований со стороны правозащитников. По словам последних, условия в отечественных тюрьмах оставляют желать лучшего. Этим объясняют свое поведение и те заключенные, которые пытаются покончить с собой. На программу по развитию КУИС до 2015 года МВД затребовало около 154 миллионов долларов. Часть этих денег, по словам Касымова, пойдет на строительство больницы и трех новых колоний, а также ремонт существующих учреждений. Сейчас в казахстанских тюрьмах содержится больше 48 тысяч человек, на камерном режиме всего 3,5 тысячи. Большинство заключенных живут в строениях барачного типа. Уже до конца года министр внутренних дел обещает перевести в камеры еще 2800 человек и 10 тысяч в течение 3 лет. Содержит сейчас отрядно 150-100 человек. Это уже все вопросы, и воспитательный процесс проигрывает, и контроль проигрывает, и влияние друг на друга осужденных тоже, значит, такие их взаимоотношения, как называются вот эти вот воровские законы, все это распространяется, конечно. По камерному содержанию это самый международный стандарт, и она правильная.